Здравствуйте. Начинаем очередной урок школы покера. И сегодня мы познакомимся с самым важным для любой игры понятием. Это с вероятностями в игре. И теперь я хочу пригласить к столу своих студентов. Здрасте. Понятие вероятности, о которых мы сегодня будем говорить, является, может быть, вообще самым важным для любой игры, и особенно для покера. Вся игра в покер построена на вероятностях. Так что же такое вероятность? Вероятность – это число, как часто будет случаться нужное нам событие из всего множества событий. Ну, например, скажем, вот в колоде карт есть 52 карты от двойки до туза. Скажем, с какой вероятностью мы вытащим, например, какую-нибудь черву? Какая вероятность, что это карта черва? Ну, легко посчитать, что поскольку мастей 4, и с одинаковой совершенно вероятностью это может быть пика, черва, бубна или трефа, вот, следовательно, вероятность 1 из 4, то есть 1/4, или 25%. Все множество событий мы принимаем за единицу или за 100%, а нужные нам события, или те, которые нас интересуют, мы считаем как отношение к общему множеству событий. Ну, скажем, если, например, мы берем монетку. Ну, монетки маленькие, да, давайте возьмем вот, скажем, такой значок Федерации. Будем считать, что это орел, а здесь решка. С какой вероятностью, если мы подбросим, выпадет орел? 1/2. 1/2, конечно. То есть мы считаем, что все множество событий, у нас два, она может упасть либо решкой, либо орлом. Ну, правда, есть еще там вероятность, что она приземлится как-то вот так вот на ребро. Вот. Но поскольку эта вероятность маленькая, я даже не могу вот рукой ее установить, то мы этой вероятностью просто пренебрегаем. Ну, есть еще и вероятность того, что она в воздухе зависнет или это улетит мимо стола. Вот. Но этими вероятностями мы тоже пренебрегаем, поэтому решка. То есть. И здесь, конечно же, не черва. Нет, конечно. То есть нам же мастерам не везет. Обычно везет только... Или как там, везет дуракам и пьяницам, да? Еще новичкам везет. Да, то есть... И вот на этих вероятностях построено все множество игровых решений. Мы будем всегда считать карты, которые нам подходят в покере. Будем считать, сколько их осталось, сколько общее множество карт, потому что в какой-то момент уже некоторые карты ушли. Вот, и будем считать вероятность этого события. Ну, давайте с каких-нибудь простых примеров, не связанных с покером. Мне хочется, чтобы это понятие как-то закрепилось и осталось. Ну, например, там, как в анекдоте, играют двое в преферанс. Какая вероятность, что 2 туза в прикупе? Ну, говорит, как какая? 50% там. Либо есть, либо нету. Или здесь нет блондинок, можно рассказывать. Блондинку спрашивают, какая вероятность, что если мы сейчас выйдем из дома, и нам встретится на улице динозавр. Она говорит, 50%, 1/2. Либо встретится, либо не встретится. Вот. Ну, да простят меня женщины со светлыми волосами, у нас все несколько сложнее. То есть, а вероятность, ну, казалось бы, трудно, например, как посчитать 2 туза в прикупе, в преферансе. В преферансе играют колоды, там 32 карты. Ну, всего 8, от туза до семерки. Вот. Какая вероятность, что первая карта, которую бросили в прикуп, туз? Ну, всего 4 туза в 32 картах. 1/8. 4 из 32. Вот. Вот кинули. Если это не туз, то уже в прикупе никогда не будет 2 туза, поэтому 1/8 уже запомнили. Но для того, чтобы... И вторая карта тоже была туз.
Вот. Нам нужно, во-первых, посчитать вероятность, что вторая туз, а потом перемножить две эти вероятности. Потому что два туза окажутся только при условии, если и здесь туз, и здесь туз. Правильно? Поэтому мы можем взять листок бумажки, а можем без бумажки посчитать. Если здесь одна восьмая, то здесь осталось три туза в этой части колоды, а карта осталась уже не 32, а 31. Ну, потому что одна уже ушла. То есть будет 3 31-х. Теперь нам нужно будет 1 восьмую умножить на 3 31-х. Получится 3 243-х. Если по бумажке проверим, то я думаю, что я не ошибся. То есть можно сократить на 3, получится 1 81-я, что в прикупе будет 2 туза. Это мы как бы прошли метод логического умножения. Он действует всегда, мы применяем этот метод, когда нам нужно, чтобы и первое событие, и второе наступили. Поэтому, например, если в покере человек имеет на руках, например, две червы, а на столе всего только одна черва, и он хочет, чтобы ему пришел флеш, ему нужно, чтобы карта одна пришла черва и вторая обязательно черва. Вот. А в этом случае, даже если у него там приличная вероятность 1/5, ему нужно 1/5 умножить на 1/5. Будет только 1/25 или 4%, это слишком маленькая вероятность. Теперь, например, ну не знаю, возьмем для примера большой такой кубик с Кипра, сделанный из оникса. То есть какая вероятность, что выпадет, там, например, единица или шестерка? Инга, к вам все время буду обращаться, потому что, мне кажется, вы должны проверять. Быть самая сильная студентка по вероятности. А какая вероятность, что вот мы бросим кубик как-нибудь, и выпадет именно шестерка? Я помню, сколько здесь граней. А посчитайте, что их там вспоминать. Шесть граней. Одна какая вероятность? Правильно. 1/6. А теперь скажите, я вам предложу такую игру. Вот у вас будут какие-то деньги и какие-то у меня. Например, вы ставите рубль на то, что выпадет шестерка, когда мы будем кидать. Сколько я вам должен платить, когда эта шестерка выпадет? Потому что если шестерка не выпадает, вы проигрываете рубль. Чтобы игра была честная и справедливая. 1:1. Отличный вопрос. Да? 1:5. Потому что 5 раз не выпадет, раз 6 выпадет, мы получим, да, 6 рублей. Потому что ваши грани нужной шестерки противостоят, может выпасть это, а также противоположная единичка. То есть моих, то есть события, когда выигрываю я, когда не шестерка, ровно в 5 раз больше, чем события, когда выигрываете вы. Если я возьму 2 кубика, знаете, я возьму поменьше, чтобы случайно не убить, если они далеко покатятся. Вот, то есть, вот если, например, я буду бросать 2 кубика, и вы выиграете только в том случае, если придет 6-6. Сколько мне нужно справедливо вам платить? 1:6. Если чтобы за то, что выпадет 6-6? Так, там должно быть 2, 12. Сколько всего возможных сочетаний? Вот этот кубик может выпасть на единичку, на двойку, на тройку, на четверку, на пятерку и на шестерку. 1/5, что у нас придет на этом кубике шестерка. А теперь сколько грани у этого кубика? И какая вероятность, что и на этом тоже придет шестерка? 1/6 тоже. 1/6. Нам нужно 1/6 умножить на 1/6. То есть будет 1/36. 1/36. Потому что если бы... Ну, давайте с 1/36 закончим. То есть вы ставите на событие, которое наступит с вероятностью 1/36. Общее множество событий 36. Они могут выпасть там любым способом. А всего таких способов 36. Вот. Но нас интересует только один, когда выпадет 6-6. Вот. Соответственно, вопрос в том, какую оплату вы найдете справедливой, если эти 6-6 все-таки выпадут? Ну, очевидно, что против этой 1/36 есть 35-36
что не выпадет. Правильно? Поэтому и оплата должна быть справедливой 1 к 35. То есть надо переводить в проценты, да, сразу делить вот. Ну да, то есть мне кажется, чтобы вы просто понимали, что если, например, мы будем кидать орел-решка, и вы будете, если проигрывать, платить мне рубль, например, а я, если буду проигрывать, если будет решка выпадать, буду платить вам 100 рублей, например. Ну, очевидно, эта игра несправедлива. Даже можно посчитать, насколько несправедлива. То есть мы сыграем, там, не знаю, например, 100 раз. Из них, скорее всего, 50 раз вы выиграете, 50 раз я выиграю. Ну, потому что при большом количестве испытаний, то есть вероятности, реальные события чаще всего совпадают с теми, что по вероятности положено. За 100 раз 50 раз выпало не ваше, вы проиграли 50 раз по рублю 50 рублей. А 50 раз выиграли по 100 рублей, получили 5000. Из 5000 отдали мне 50 рублей, которые мои по праву, и получили свой плюс 4950 рублей. Теперь, если мы разделим вашу прибыль на количество бросков, за которые вы эту прибыль получили, то мы получим тоже очень важное понятие, это математическое ожидание выигрыша от одного броска. Вот эти 4950 мы разделим на 100, и получится 49,50. У вас математическое ожидание плюс. То есть, если я вам буду платить... Ну, и можно легко по-другому. Если мы будем кидать два раза, всего два раза, один раз выпадет ваше, один раз мое, то вы получите 100, отдадите рубль, будет 99 пополам, поскольку за два раза. То есть, вот 49,50. Вообще игральные кости удивительная такая штучка. Это когда-то были кости животных, то есть в Азии до сих пор играют вальчики или вашички. Вот в России играли в бабки. Есть масса скульптур на эту тему, там есть стихи на статую мальчика, играющего в бабки. Вот. Но это таранные косточки ножного сустава барана. Вот. Потом их уже обтачивали, украшали, и в конце концов они стали строго вот такой правильной геометрической формы. И это очень важно для того, чтобы вероятности были одинаковые. Потому что если мы принесем какой-нибудь вот такой кирпич прямоугольной формы, и, например, здесь напишем шестерку, а здесь единицу, а здесь пятерку, двойку, четверку и тройку, то он чаще будет падать так или так, чем, например, становиться на попа. Да? То есть вероятность этих событий будет неравная. То есть, например, если мы скажем, какова вероятность того, что первый человек, которого мы встретим, выйдя на улицу, будет мужчина, то, наверное, это, ну, примерно 50%. То есть мужчин и женщин примерно одинаково. Вот. А если мы скажем, какая вероятность, что первый встретившийся нам человек будет там 90-летний, ну, наверное, вероятность будет не очень большая, потому что процент 90-летних не очень высок. Да? Вот. А если сказать, какая вероятность, что мы встретим динозавра, вот. Ну, то есть, если бы 1% был динозавров, то, ну, был бы 1% того, что мы встретим. Поскольку динозавров вроде как нет, то, наверное, вероятность равна нулю. Хотелось бы сделать небольшой исторический экскурс в историю игральных костей, потому что именно с ними связано и появление теории вероятности, да и много значимых событий в истории произошли, ну, как бы были связаны с костями. Например, Цезарь, переходя Рубикон, бросал игральные кости. И выпало так, что ему истолковали, что надо переходить Рубикон. А вдумайтесь, на самом деле, вот он стоял со своей армией на берегу вот этой речки Рубикон, недалеко от Рима,
и перед ним стоял вопрос, переходить ли эту реку. То есть, как только он ее перешел, он как бы уже объявил Риму войну и пошел с войском на свой родной город. Наверное, не так просто ему было принять это решение. Вот. Он понимал, что прольется кровь, что он может остаться в истории как, ну, какой-то злодей, который пошел с армией на своих родных, соседей, там, горожан. Вот. Но, с другой стороны, он считал, что он, может быть, сделает все как надо, и все будет правильно. Но только те люди, которые погибнут в результате этого перехода Рубикона, никогда уже об этом не узнают. И они будут той ценой, которую он, ну, как бы навел порядок. Вот. Я думаю, непростое решение, если поставить себя на его место. И вот он доверился игральным костям, он бросил жребий. Вот. И когда нужные кости выпали, он сказал «джакта аля эста». Аля – это как раз игральная кость. И первый римский закон, который запрещал азартную игру в кости, назывался «лекс алеатория». Вот, то есть, ну что еще, индусы тоже играли в кости. В древнеиндийском эпосе Махабхарата есть эпизод, где один из семи братьев пандавов по имени Наль проиграл в кости свою жену Дамаянти. Точнее, это была общая жена всех семи братьев пандавов. Общая жена семи братьев. Да, у них такие были нравы. Это была теория вероятности на практике. А общий муж всем сестер нету нигде, да? Почему? Есть. Только в Африке, я знаю. Почему? Там можно много мужей. В Узбекистане. В Узбекистане, да? Ну, конечно. Женщина может иметь больше, чем один муж, да? Нет, один муж на семь сестер, пожалуйста. То есть, это у них в Индии было как-то необычно, то есть. Но с женщинами, видимо, была проблема. Дорого стоили. По поводу Махабхараты и Дамаянти, Гумилев написал в «Станцах»: «Я проиграл тебя, как Дамаянти, когда-то проиграл безумный Наль». То есть надо сказать, что Наль-то в конце концов отыгрался и вернул свою жену. И как бы перед братьями ему уже не было неудобно. Ну, он же еще и но братьев... он все равно ее делил, да, с всеми братьями. Но он еще и царство свое проиграл. А-а-а. Ты знаете, как человек играл в казино, все проиграл. И, наконец, уже поставил жену. И ему опять не повезло, он выиграл. И как же появилась теория вероятности вообще как наука? К физику Паскалю, Блеска Паскаль, помните такое? К нему пришел его знакомый кавалер де Мире, человек большого парижского света, они вели крупную игру, играли в кости. Он спросил Паскаля, не может ли тот помочь ему решить такую задачку, со скольки бросков вот придут 6-6. Ну, нам пришло 4-4. Ну, очевидно, давайте мы можем попробовать вот кидать. Смотрите, одни дупельки приходят. Вот сколько раз надо бросить, чтобы пришло 6-6? Макс, то надо мат-ожидание посчитать. Мат-ожидание. Для того, чтобы посчитать мат-ожидание, надо знать, на какую ставку они играли. 36. Потому что мат-ожидание – это произведение ставки на вероятность. То есть, если мы играем с вами по рублю, то мат-ожидание выражается в рублях за один бросок. Если мы играем по 100 долларов, то мат-ожидание у нас будет в долларах. Это ожидание, сколько долларов или рублей вы выиграете за одну игру. Вот. Но на самом деле у них надо считать динамическую вероятность. Потому что вероятность того, что мы первым китком кинем, будет 1/36. Это что я сказала? Я сказала это, да? Скажи да. Я сказала это. Ага. Он сказал? Скажи да. Давай, а то поколачу и скажи да. Нет, у нас или за столом ножи. В игре чем хорошо, что все люди равны. Нету ни возраста, ни пола. То есть... Это не значит, что мы будем давать женщинам сдачу, но это значит, что женщины не имеют права пользоваться своим преимуществом. Ну и у женщин же не говорят, у меня стрит, а у тебя флеш, поэтому мой стрит старше, чем твой флеш, потому что я женщина. Так было бы невозможно играть. Ну вообще так справедливо. Я считаю, вот сейчас время справедливо.
Феминизм называется. Да, да. Так вот, считается это следующим образом. Вероятность первого броска 1/36. Вероятность того, что именно во втором броске выпадет 6-6, равна вероятность того, что не выпало, то есть 35/36, умножить опять на 1/36. И таким образом вот эта дробь уменьшающаяся складывается. Вот. И как бы у Паскаля получилось, что она становится больше половины, больше 1/2 после 24-го броска. Точная граница 24,6 броска. Это вероятность того, что придет 6-6, становится 50%. Ну, то есть получается, что 24 броска еще не выгодно брать, а 25 уже выгодно. Вот. И Паскалю стало очень интересно заниматься этими вероятностями. Он написал об этом письмо своему другу Энрико Ферма. Вот. То есть завязалась переписка, Ферма ему ответил. Вот. И какие-то следующие опыты Паскаля привели к созданию вот новой науки, которая стала называться теория вероятности. На самом деле она широко используется и в страховании, например, и в разных других более точных дисциплинах. Ну, например, вы приходите и говорите: застрахуйте мою жизнь. Вот. Как мне узнать, сколько вы мне должны заплатить страховой взнос и какая должна быть сумма страховки, премия в случае наступления какого-то события? Ну, или, например, застрахуйте мой автомобиль. Или застрахуйте там мою замечательную прическу. Или как там Элизабет Тейлор, там губы. Застрахуйте мою грудь, там, например. Или Дженнифер Лопес. Да, или Дженнифер Лопес. Да. Нужно точно совершенно знать вероятность того, что это произойдет, и построить вот это соотношение. Мы вернемся к этой теме сразу после перерыва. Сейчас предлагаю попить кофейку, чайку. Сюжете, который нам приготовили. И мы снова возвращаемся в Баден, который зачастую в Австрии зовут городом с несколько другим именем — Бидермайерштаттом, потому что здесь одно из очень немногих мест в мире, где фактически весь город построен в одном архитектурном стиле, в бидермайерском. Как раз в начале 19 века, после того, как город был перестроен почти что с нуля. Знали такую подробность? Нет, я знаю, что там жил Бетховен. Да, и даже в 5 разных местах, так что есть музей. То есть он переезжал постоянно, да? Постоянно, чтобы музеев было побольше потом. Снимал квартиру или его? Снимал. А, снимал, да? Не знаю, официально или на частных условиях. Ну что ж, а тем временем мы видим параллельный стол. Здесь тоже какие-то действия происходили. Два туза против двух валетов, игрок выбыл. А теперь мы возвращаемся на телевизионный стул. 37 игроков на настоящий момент осталось в турнире. Любопытно, что последним из игроков команды Poker Stars был Хевет Хан. И вот он как раз вылетел на 38-м месте. Так что ни одного игрока команды Poker Stars не осталось, что, в общем, большая редкость, наверное, да? Ну, остался Александр Кравченко, который на тот момент еще не был. Но на данный момент он входит в команду Poker Stars Pro, так же, как и Ваня Демидов. Это они два профессионала, которые входят. Surrender raises. 3600 more. Туз валет, идет рейс 6000. Довольно-таки большой рейс. Суриндер Сунар, несмотря на то, что он датчанин, у него индийские корни.
Кстати, сейчас самыми перспективными игроками считаются русские, индийцы и китайцы. Ну, обычно те как раз страны, из которых были очень большие такие звезды шахматов. Джулиан Тью, соотечественник Сунара, коллировал эту ставку. Самый большой выигрыш у Тью за карьеру на одном турнире составлял 80 тысяч, но при этом он регулярно попадает в призы, поэтому, по большому счету, понемножку, как курочка по зернышку, но регулярно клюет. Туз валет, у него старшая пара, практически нечего бояться. Но вот для двух восьмерок повод призадуматься, есть ли на самом деле у соотечественника совпадение с флопом или что-то старше. Не верит. Ну, я так понимаю, на небольшую сумму не верит. Серьезно-то повышать вряд ли будет. Судя по количеству фишек, которые отложил. Он готовится ответить на ставку Сунара. А Сунар не торопится ее показать. Нет, вот посмотрите. Рейс на 29 600. Ну, Сунар, безусловно, будет отвечать, даже, скорее всего, он сделает ре-рейс, то есть ответное увеличение. И так было понятно, что Сунар будет атаковать. Вот сейчас он, наверное, задумался, разыграет комедию. Видите, он смотрит, как будто забыл, что у него за карта. Проверил. И колировал, просто колировал, кстати, не стал повышать, несмотря на то, что у него... Хорошая действительно карта. И третья восьмерка приходит. Ну вот, зря и колировал. Хотя этого ничего не изменилось, потому что там всего лишь 1000 оставалось. Да, пришла третья восьмерка и фактически пришла без шансов для Суринара. Повезло, да. Но давайте посчитаем вероятность, какой повезло. Мы видели, там было 12% на флопе, но он сделал ошибку, что делал рейс. Понятно, он сделал профлоп-колл, но флоп, то есть на открытых трех картах вышли валет 10, овер-карты. Понятно, может быть, как овер-пара, такие топ-пара. Он сыграл рейс, я думаю, это ошибка, ему просто повезло. Грубо говоря, он раз в 10 будет выигрывать эту раздачу. Я не понимаю, почему комментатор сказал, что почему он делал кол, там с туз валет, потому что там очевидный кол, он сыграл на стэк. Ему просто не повезло, и не стоит обращать на это внимание. Думаю, мы еще остановимся на такой теме, как дисциплина. Потому что он сыграл верно, просто не повезло, на дистанции будет играть плюс. То есть спокойно к этому относиться. Да, а почему на дистанции плюс? Потому что вероятность была на стороне валетов. Да? Да, туз и валет, да. Да, туз и валет, у него старшая пара. Вот, и просто раз уже нам такой сюжетик показали, давайте мы попытаемся сделать некоторую мыслительную работу и посчитать. Вот смотрите, тут лежит валет 10, а тут туз валет, да? Ну, неважно, там одномастный, разномастный. Давайте поменяем туза. Ну, есть вероятности, что восьмерки могут получить какой-нибудь стрит, еще там придет девятка и семерка, или девятка и дама. Вот. Но давайте мы этими вероятностями будем пока пренебрегать, чтобы не усложнять себе. Будем считать, что восьмерки выиграют только в том случае, если придет восьмерка. В колоде осталось, будьте здоровы. В колоде осталось сколько карт? Всего 52, отнять 7, которые есть. 45 карт. Из них есть только две восьмерки. Ну, остались в колоде. Всего 4 же. В смысле, 43, да, без этих двух? Не, почему? Вот всего здесь карт осталось 45. Это полное множество событий. Там еще две восьмерки. Полное множество событий. У нас 45 возможных событий произойдет. Мы можем вытащить двойку, там тройку, пятерку, туза или восьмерку. Надо две восьмерки. Надо вытащить хотя бы одну восьмерку. То есть вероятность того, что вот какая-то
следующая карта будет восьмерка. Это 2,45. Мало. Мало. 2,45 это, ну, будем считать, 1,20. 1,22. Да? 5%. Вот. И вторая карта. Ну, тоже опустим всякие сложности, вероятность, что не придет восьмерка. И вторая карта. Опять уже будет 2,40, уже четвертых. То есть нам достаточно, чтобы любая или это была. Поэтому мы не перемножаем, а мы складываем эти вероятности. Ну, грубо говоря, 2,45 и 2,44. То есть 1,20 и пускай еще 1,20. 2,20. То есть 1,10. Даже меньше, чем 1,10. Но на самом деле, видите, какая небольшая вероятность, что придет восьмерка. Ну, так сложилось, что ему повезло. На самом деле, это можно... Ну, я предпочитаю научиться считать карандашом и считать точно в уме примерно. Но для тех, кому это лень, есть всевозможные покерные калькуляторы, которые позволяют это считать. Вот я запущу там какой-нибудь... Когда уже в интернете играешь, да? Ну, я думаю, что это надо домашнее задание, потому что во время игры у вас не будет времени запускать эти калькуляторы. Да, тем более многие запрещают покером, это потому что это уже идет, как робот помогает вам в игре. Ну да, вы используете компьютер точно так же, как там, ну, не знаю, в казино они разрешают пользоваться калькуляторами. Ну, то есть играй сам. Вот. Ну, то есть мы положим, если одному человеку туз валет, да другому две восьмерки, и на стол положим валета, десятку и там какую-нибудь еще там тройку, да, которая как лежала. Вот. И запустим этот калькулятор, то мы получим 88% у туз валет, а у двух восьмерок 12. Ну, в эти 2% укладываются с возможной стриты. То есть, ну, может же прийти стрит какой-нибудь, и тогда восьмерки выиграют. Вот, то есть, 80... Так же мог прийти и валетка, допустим, еще что... один. А если восьмерка придет, то валет уже не поможет. Потому что, помните, мы же уже с вами изучали покерные комбинации на первом уроке. И вот пришла восьмерка, у человека три восьмерки. И в этот момент вероятность выиграть становится 100%. Вот я сейчас положу эту восьмерку, калькулятор позволяет положить еще одну восьмерку. 100% идет. Да, 100% на ноль показывает калькулятор. Почему? Потому что если придет туз, будет две пары. Два туза и два валета. А если даже придет валет, то какая будет у этих комбинация? Будет три валета, туз 10. Фулхауса не получается. А у восьмерок получится фулхаус. То есть три восьмерки и два валета. Вот. Именно поэтому после выхода восьмерки вероятность у туза с валетом стала ноль. Постепенно переходим к покерным вероятностям от игр с костями. Вот. Но почему... Кости, я бы предложил еще немножко поработать там, с игральными костями, потому что, ну, они как бы проще, понятнее и нагляднее. Ну, все, шесть граней, меньше считать. Тут одна новелла есть такая про святого Бернарда Клервозского, который... Позвольте, прямо зачитаю. Я когда-то из сборника средневековой латинской новеллы с удовольствием ее себе выбрал. Средневековый монах из ордена цистерцианцев жил в 1091 до 1153, канонизированный римско-католической церковью. Родился в Фонтене во Франции, происходил из дворянского рода. Вступил в орден 22 лет от роду и уже через два года стал главным настоятелем монашеской общины в Клерво. Почему и Клервозский. Благодаря высоким личным достоинствам пользовался огромным влиянием на современников. И при жизни его называли святым или блаженным. Советов святого Бернарда слушались папы, а перед его решениями в качестве третейского судьи преклонялись как светские владыки, так и князья церкви. Он считается вдохновителем крестового похода 1146 года. Благочестие и набожность блаженного Бернарда, а также его нелицеприятное влечение пороков тогдашнего духовенства снискали ему высочайший нравственный авторитет не только среди современников, но и среди потомков.
средневековая новелла о возвращении грешника на путь раскаяния из знаменитого сборника «Римские деяния» представляет образ Бернарда в неожиданном свете. Он, оказывается, знал толк и в игральных костях. Некий игрок в кости встречает ехавшего на коне блаженного Бернарда и говорит ему: «Отче, давай сыграем. Я ставлю свою душу против твоего коня». Видимо, надоело этому грешнику ходить пешком. Святой Бернард тут же спешивается и говорит: «Если тебе выпадет больше очков, то конь твой. А если мне больше очков, ты отдаешь мне свою душу». Игрок согласился и, не раздумывая, метнул 3 кости и набрал 17 очков. Ну, мы видим, что 17 очков на 3 костях можно получить одним единственным способом. На 2 костях выпадают 6, а на 3 5. После такой удачи он взял поводья коня в руки. Точно конь уже принадлежал ему. Святой Бернард говорит: «Сын мой, до сих пор при 3 костях можно было набрать и больше очков». И, метнув кости, получил 18 очков, что на 1 более, чем игрок. Когда игрок увидел такое, он последовал за отцом Бернардом, прожил святую жизнь и, удостоившись блаженной кончины, отошел к Господу. Ну, то есть, он его так перевоспитал, тот увидел, что действительно мастер, что хочет, то и кидает. Вот. Я предлагаю вам посчитать вероятность того, что святой Бернард выиграл у вот этого человека. Значит, ему нужно, чтобы выиграть, кинуть именно 3 шестерки, правильно? То есть 1/6 умножить на 1/6 и умножить еще на 1/6. У кого хорошо с арифметикой? 216. 1/216. То есть вот каких-то... Ты бы мог мне бы подсказывать это, чтобы я тоже умная выглядела, Макс. Ну почему? Вам достаточно выглядеть красивой. Зачем? Ну, мозги тоже хочется. Тогда вопрос на засыпку. Если бы они играли, бросал бы только святой Бернард, а и если не выкидывает 3 шестерки, проигрывает, например, 1 там золотой. Сколько золотых должен был бы ему заплатить этот игрок, если бы святой Бернард скинул 3 шестерки? О, я знаю. Да, пожалуйста. 315. Вы не расслышали, вы не расслышали. То есть 215 он должен был ему заплатить? Да, ну то есть всего 216 разных вариантов. Один выпадает. Выпадает только один хороший и 215 плохих. Соответственно, соотношение денег должно быть такое же, как и соотношение хороших и плохих вероятностей. И тут мы опять можем сразу сделать аналогию с покером. Например, в колоде осталось 10 карт. 10. Ну, такие бывают игры, что осталось ровно 10 карт. И нас устраивает только 1 хорошая карта. Ну, например, осталась только 1/8. Да, значит, а в банке стоит уже сколько-то там много денег. Можно ближе сюда. Можно. Не, как все. В банке стоит много денег, и наш партнер делает какую-нибудь ставку, допустим, 200. И нас устраивает только 1 из 10. Как нам посчитать? Не, нам надо заплатить столько же, чтобы получить весь банк. Но если вот в этом наш выигрыш в 9 раз больше, чем наша ставка, и в 9 и больше, то для нас это выгодная ставка. А если в 5, например, только раз больше, то невыгодная. Ну, все очень просто. Смотрите. Вот этот столбик, это 2000. Один уберем. Вот еще 2 уберем, чтобы 2000 становилось вместе с вашей ставкой. У меня вероятность 1/10 выиграть. Да? То есть я смотрю, сколько же я получу. Я получу 1800 и ваши 200 за свои 10, за свои 200. Ну, как бы равное получается. Немножко лучше. Потому что, смотрите, 10 раз сыграем, 9 раз я проиграю по 200, проиграю 1800.
А один раз выиграю, выиграю сразу 2000. То есть, получается, я за 10 раз, вот 10 раз будем играть эту позицию, я за 10 раз выиграю всего 200. То есть, за один раз, когда я ставлю, я выигрываю 20. То есть, положительное математическое ожидание у меня 20. Ну, фишек, рублей, долларов, там чего, не важно. Это то, чем мы будем в покере заниматься непрерывно. Мы будем считать вероятность наступления события и шансы банка. То есть размер выгоды, который мы получим, если придет наша нужная нам карта. То есть вот это в покере самое главное. Вы можете вообще не понимать, что такое блеф, не следить, как ваш партнер там шевелит ушами, или там, не знаю, какой у него нервный тик начинается с глазом. Вот. Если мы научимся считать вот такие вещи и делать всегда ставки только с положительным ожиданием, вот вам достаточно было поставить 300 в этой ситуации, чтобы я бы сказал пас. Почему? Потому что я бы посчитал, смотрите, каким образом. Тут вероятность та же самая, 1/10. Я 9 раз проиграю по 300, это будет 2700. А один раз я выиграю вот эти 1800 и ваши 300, 2100. 2700 проиграю, 2100 выиграю. То есть я... Ну, уже минус 600. Минус 600 за 10 раз. Мне невыгодно отвечать, поэтому я легко выбрасываю в пас. То есть... Нет, в зависимости от комбинации. Если ваша комбинация выигрывает... Если моя комбинация выигрывает, то и вопроса не стоит никакого. Я прибавляю. А я знаю, что моя комбинация проигрывает, а выиграет только в том случае, если придет, там, например, флеш, а у меня и на флеше осталась одна карта в колоде из 10. Ну, бывают такие ситуации. Они немножко не покерные, но мы придумали специально для простоты пример. Вот всего осталось 10 карт, придет одна моя нужная, я выиграю. Придут 9 оставшихся, я проиграю. Поэтому, если у меня лучше комбинация, чем у вас, так у меня нет вопроса, платить или не платить. Если я выигрываю, я всегда буду платить. И точно так же этот вопрос и у вас должен стоять. Тут вы знаете, что я выиграю, только если придет одна карта. Если вы поставите 200, вы дадите мне возможность... сделать ставку с положительным матожиданием. Поскольку это положительное матожидание берется не из воздуха, не с неба падает, то, следовательно, оно для вас отрицательное. То есть мы же с вами играем, вот мы играем с вами один на один. Все, что положительно для меня, отрицательно для вас, потому что у нас игра, покер, так относится к играм с так называемым с нулевым результатом. Но победитель только один. Нет, сумма денег, выигранных одним, равняется сумме денег, проигранных другим. А у нас с вами есть то, что у меня плюс, у вас минус. Если вы дали мне возможность сделать ставку с положительным от ожидания, следовательно, вы нанесли ущерб себе. В этом вся игра покер. Вот, например, вот стоят эти деньги, там, эти 1800 в банке. Допустим, вам больше в жизни вообще ничего не надо. Вы поставили, там, не знаю, 2000. Я точно выброшу. Это деньги уже как бы ваши. Но вы хотите рискнуть вот этими деньгами и еще какой-то частью своих денег для того, чтобы заработать еще немного. Ну, точно так же, как мы говорили, что покер – это модель жизни, что она похожа на бизнес, что инвестиции. Люди вкладывают же миллионы для того, чтобы получить 10% или 5% прибыли. Точно так же вы рискуете вот этими деньгами и плюс еще вот этими, чтобы получить от меня дополнительные, сколько там получается, $60. Если я при ставке 300 проигрываю 60, ну, еще раз посчитаем. Я 9 раз за 300 проиграю минус 2700, один раз выиграю 2100, получится минус 600. За 10 раз минус 60. Вот чтобы выиграть у меня еще $60, вы рискуете вот этим всем. Еще стоит учитывать, на каком раунде торговли мы находимся. Потому что если только флоп, то есть открыть три карты, мы сможем добрать еще на терне или ривере. Поставим небольшую ставку, когда мы поймаем свой флеш или стрейт, или там две пары, какой-то хэдшот. Потом стоит учитывать, сможем мы добрать, какая у него карта.
тоже важно. Иногда можно прокалировать немного не по шансам, учитывая то, что мы доберем на более поздних стадиях. Мы будем все это изучать. Это потенциальные шансы, обратно потенциальные шансы, прямо потенциальные шансы. То есть Макс говорит о тех случаях, когда игра на этом не закончилась. Ну, да. Также я вам чек, если скажу, бесплатно посмотрите карту, да? Да. Для меня это будет ставка с огромным положительным ожиданием. И ничего не вкладывая, получаю вероятность выиграть все эти деньги. Поэтому, если вы полагаете, что ваша рука сильнее, а мне еще надо что-то купить, вы должны делать ставку для того, чтобы защитить вот это ваше нынешнее положение. И для сделать для меня эту ставку, ну, отрицательной по мат-ожиданию. Потому что если вы сделаете хоть какую-то ставку, там 100, например, то мне практически с любой картой будет выгодно платить. Практически с любой. Давайте возьмем какой-нибудь покерный пример, простейший, и я попрошу вас посчитать. Вот, к примеру, у нас... У вас такая хорошая карта, так, два туза. Самый мисси будет считать. Давайте, два короля. Поддержка зала. А я хочу купить какой-нибудь флеш там. А на столе лежат вот такие карты там. Мне восьмерка не годится, потому что еще появляется стрит. Вот пятерка и двойка, например. Да, вот смотрите. Да, вслух рассуждаем. Подсказки не возбраняются. Мы проходили. Ну, рассуждаем вслух. Два короля атакуют. Понятно, что они старше. Играют на открытых картах, ничего не надо гадать. Вот. Все все знают, все все видят. В банке стоит, например, 1000. Два короля... рассуждает каким образом. Сейчас придет треф, а я проиграю. Дай-ка я поставлю 2000 и сразу заберу это. Ну, на самом деле, это возможно решение. Иногда я, ну, например, применим в турнирах, потому что мне не так важно еще сколько-то фишек получить, как просто выжить. Вот, то есть, ну, мы решаем чисто математическую задачу. Сколько надо поставить и сколько этому выгодно или невыгодно отвечать. Всего 52. Сколько мы видим? 4 здесь, 9 там осталось треф. Да, 9 треф осталось, а всего сколько карт осталось? 44. 9 и 44. Ну, давайте для ровного счета будем считать, что из 45. Да. 45 разделить на 9, сколько будет? 5. Правильно, да. 5. 1/5, что придет. 1/5, что придет треф. Да. Значит... Банк должен быть выше нашей ставки во сколько раз, чтобы получилась равная игра? Ну, каждая пятая карта трефа. 5 раз. То есть не треф, 4 раза больше. Вот только одна трефа, а 4 карты не треф. Из каждых 5 карт, оставшихся в колоде. Соответственно, шансы банка должны быть не хуже, чем 4:1. Чтобы платить. Правильно? Если, допустим, вы ставите 300. Нет, вы ставите 300. И я за свои 300 могу получить 1300. Не хуже же, чем 4:1. Ну, то есть 4×300 – 1200. Если бы я получил 1200, для меня была бы совершенно нулевая игра. Сколько выиграю, столько же и проиграю. Сыграю 5 раз, проиграю, 4 раза проиграю 1200, 1 раз выиграю, получу 1200. Поэтому мне все равно, калировать или не калировать. А если вы, например, поставите 500, то мне уже невыгодно платить. Потому что я 4 раза проиграю по 500,
будет минус 2000, один раз выиграю 1500. Ну, сейчас 1500 ваших. То есть за 5 раз я проиграю в среднем 500 долларов. То есть можно сказать, что каждый раз, делая ставку в размере 500, уравниваясь, я делаю ставку с отрицательным ожиданием в размере 100 долларов. То есть поэтому мне ее лучше не делать, потому что они накапливаются, эти ошибки. И вот эти, ну, как бы мысленные, виртуальные вот эти вероятностные доллары, они материализуются. То есть играя, вот допуская такие ошибки, вы будете проигрывать по 100 долларов в каждом таком случае. Вот. Значит, а если бы поставил ли вы, например, 100 долларов, то мне было бы выгодно очень платить, потому что я 4 раза проиграю по 100, а 5 раз выиграю 1100. Итого плюс 700. За 5 раз у меня получается, ну сколько там, 140 долларов положительное мат-ожидание. То есть каждый раз уравнивая, я как бы зарабатываю мысленно 140. Вот в этом весь покер. Я должен считать и знать, а вы должны прикинуть, ну, чем я тут могу. Вы, кстати, видя вот такую карту, можете, ну, примерно, если вдруг вы моих не видите карт. Ну, что у меня тут, стрита у меня не может быть готова. То есть вы думаете, что вы старше. Я могу или флеш покупать, и тогда у меня подходит 9 карт из колоды. Или могу стрит покупать, если у меня, например, здесь есть какая-нибудь четверка. Мне подойдет туз и шестерка, и тогда у меня 8 карт. Это примерно одно и то же. Поэтому, глядя на такой стол, вы легко подбираете ставку. Если вы думаете так, если я дам 1000, он точно убежит. Если я дам 100 или 200, ему будет выгодно платить. То есть вам нужно дать больше 200. Ну, дальше вы уже ориентируетесь на то, насколько вы хотите рисковать. Вот, то есть, ну и чтобы я, может, заплатил побольше. Вы ставите какую-нибудь там ставочку 400 или 500, вынуждая меня как бы платить дальше. При этом вы для себя знаете, что придет трефа, вы не будете платить. Единственное, что плохо, что придет, например, туз какой-нибудь, я могу использовать такой прием, как блеф, и изобразить, что я покупал стрит. На самом деле у меня ничего не будет. Но блеф — это будет тема отдельного нашего занятия. Так что будем считать, что с вероятностью мы худо-бедно разобрались. Но я вам напоследок предложу в качестве домашнего задания такую задачку. Три девушки в общежитии раздевались в темноте и свое белье перепутали. Вот. А утром двум из них надо идти на работу. Вот. И они не хотят третью будить, не хотят свет включать. Поэтому они одевались, опять же, в полной темноте. Три мужика раздевались в темноте. Да. Можно и так. И тогда вопрос такой. Какая вероятность, что каждая из них уйдет в своих колготках? Ладно, мы будем к вероятностям возвращаться на каждом уроке. На сегодня спасибо. Всего доброго.